Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 7 не работает кнопка блокировки, либо кнопки громкости, самые распространенные неисправности – это выход из строя шлифа данных кнопок, либо неисправен разъем на печатной плате, через который передается сигнал, и он неисправен. Мы вам рассказали основные причины, из-за чего не работает кнопка блокировки и кнопки громкости. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока!